We'll be right back.
сняла я полностью всю нашу раму заново. Как можно увидеть здесь, дофига скоб было. Короче, я заменила картон на ДВП. Почему? Потому что мне попался не сильно качественный картон. А, это у меня старая партия, и с ней все было в порядке. То есть, когда она прижимала у меня кант, видите, да, что полоса, она все-таки остается ровно, вот это вот место. То есть, ее не повело, она была ровненькая. А вот это, другая партия картона, я даже не помню, где я ее брала, но она вся кривая, она была вся волнушкой. Как бы я ни надеялась там на утяжку, на поролон, на то, что видите, как я рядом ставила, и близко к краю, чтобы все зажало, все было красиво, ничего из этого не получилось хорошего. Когда я уже полностью завернула и эту ткань, и кант, и сверху наложила, и уже назад завернула ткань, я посмотрела на это все и поняла, что ну вообще не огонь. И решила все-таки заменить на ДВП-шку. Заменила на ДВП, и получается вот такая красивая. Сейчас фокусируюсь. А что фокусироваться, все равно потом покажу. Такая красивая линия. Видно, да, что она вся прямая, вся аккуратная. Вот это вот ее не ведет. Вот так вот вся красная. В общем, я потратила день на то, чтобы снять полностью всю раму. Еще заново отшила вот эту штуку, потому что я уже психанула и просто содрала ее с корнями. Вот. Так что учитесь на чужих ошибках, не делайте свои. А если делаете, то рассказывайте о них другим, чтобы было о чем подумать.